Иван Яковлев в сердце молодежи. Торжественный вечер с таким названием состоялся в Доме дружбы народов. Подготовку к 170-летию со дня рождения великого просветителя обсудили во время круглого стола. В этот же день на территории Дома дружбы народов заложили камень «Патриот». 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлева, создателя современной чувашской письменности, учрежден национальный праздник – День чувашского языка. В этом году дата особенная – 170 лет. Поэтому участники круглого стола наметили совместный план мероприятий, посвященный юбилею. В учреждениях образования и культуры, например, уже стартовали конкурсы рисунков и сочинений. В библиотеках намечены выставки, просветительские и информационные часы. Республиканский фестиваль «Мы, правнуки Яковлева» уже запустили на Таван-радио и Национальном радио Чуваши. Они принимают видеосюжеты о просветителе, видеозаявки с исполнением произведений Яковлева или собственных стихов. На сегодняшний день желающих выразить всем свои чувства, проявить талант посредством пера и бумаги, пусть немного, но они у нас уже есть. При этом нет ограничений в языковом формате. Все работы мы принимаем как на чувашском языке, так и на русском. Итоги большинства конкурсов подведут как раз 25 апреля. Тогда же наградят и поздравят победителей и особо активных участников.